Всем привет, с вами Ирина. Сегодня я добралась наконец-то до своей королевской орхидеи. Заставила меня это сделать ее цветонос. Скоро она зацветет. Цветонос маленький, поэтому я успею ее пересадить. Без пересадки она мне уже очень-очень давно. У нее куча корней. Практически все там корни. А коры уже очень мало. Корней очень-очень много. Ей уже тесно в этом горшочке. Вот старый. Цветонос какой засохший, огромный. И огромный-огромный живой цветонос. И там у нас появилось ответвление. Вот. Вот такой горшочек я и купила, немножко больше, чем у нее был. Вот. На дно я положу дренаж. Горшочек намного шире. Видели такое? Как же у меня там кора будет держаться, блин. Так-то лучше. Как же ее вытащить? Слушай, она такая огромная, Алина. Может, ты мне поможешь? Что, королевская? Угу. Слушай, она застряла там. Держи-ка вот так за нее. А я буду обжимать горшок. Вот тут. Но только не поломай ничего. Не, я не хочу держать. На, лучше-то держи. Так, стой. Лена, ну поворачивай чуть-чуть. Надо пролить. Ничего себе. Я чувствую, что мы сейчас будем резать горшок. Давай. Ничего себе. Вот это она там засела, слушайте. В общем, почистила, что смогла. Все не очищала так тщательно, которая уже прям прилипла. Вот. И серединка. Первый раз вижу орхидею, в которой не запихнули ничего под основание. Классные корни. Неплохая кора. После того, как мне ее подарили, ни разу не было пересажено. То есть она не была пересажена с
Лето прошлого года, 2016-го. Вот, и пожалуйста. Вот, какие разные, да, производители. Все, будем устанавливаться в горшочек. Сейчас я добавлю ей свежей коры. Эту, может, я и оставлю. Хотя есть такие и как трухлявые. Очень-очень плотный субстрат. Прям набить был... Не знаю, как у нее корни сохранились. Где наш горшочек? А, да, я же еще хотела удалить цветонос. Я хотела удалить вот этот вот цветонос. И что у нас получается высоко? О, а так нормально. Новый способ посадки. Я ее наполняю, как какой-то сосуд. Так. А теперь смотрите. Прикол. Оп. И готово. Орхидея в середине заполнена. Так. Фух, пересадила. Ну и бардак я натворила в придачу. Новый эксперимент. Воздушные корни побудут немножко у меня в стаканчике с водой. Господи. Вот так вот. Не знаю, посмотрим. Посмотрим. И водный метод, и не водный метод. И орхидейке хорошо. Она возьмет влагу, когда ей захочется. Не знаю, посмотрим. Значит. Скажи пока-пока. Привет. Скажи. Пока-пока. Пока-пока. Вот для примера вам вот такое вот сравнение. Размах листочков у нее 60-70 сантиметров. Вот, попугайчик немножко меньше. Хотя он уже догоняет. Он очень раздросся у меня, хотя он еще ни разу не пересажен после покупочки. Вот он еще в том же стаканчике ютится. Это моя Аида, следующая Миди. И Мини Сога Вивье. Так что да, вот такое вот сравнение. С вами была Ирина.
Всем пока и до новых встреч. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.